Здравы будьте, люди добрые. Вот мы и закончили разбирать Веды Велеса из книги Калиды, которые, в общем-то, поведали нам о том, что же происходило в начальные времена с нашим первопредком Велесом батюшкой и через какие уроки нужно было ему пройти. А вообще я хочу сказать, если мы хотим понять, кто мы и для чего души наши приходят в мир материи, то есть в мир яви, то нужно внимательно исследовать сказки и былины, в которых рассказывается о наших пращурах-первопредках, как и кем они были созданы, что говорили им родные боги, чему учили, что с ними происходило. И вы, наверное, догадываетесь, почему. Да потому что мы их потомки, мы их части, идем тем же путем, через те же уроки, через те же самые тернии к звездам. Все повторяется. Поэтому, изучая их путь, мы можем найти ключи к своему собственному пути. Не, извиняюсь. Итак, изучая былины о Велесе батюшке, я пришла к определенным выводам. И эти выводы помогли упорядочить мое миропонимание. Это словно приобретаешь основу под ногами, твердую, которая раньше была ускользающей. Потому что былины и сказки помогают нам вернуться к нашим корням, прикоснуться к источнику знаний наших пращуров, так сказать, испить из чистого источника. Возможно, не все мои выводы верны, потому что многие знания были утеряны в этой жестокой борьбе. Но я как могу стараюсь и очень надеюсь, что вас, как и меня когда-то, заинтересует наша родная культура. И вы услышите зов не только крови, но и души, зов предков. Еще хочу поблагодарить тех, кто оставляет теплые отзывы на мои видео. Здравия и мудрости вам, люди добрые. А теперь вернемся к нашему сегодняшнему исследованию. Наша сегодняшняя былина называется «Святогор и Плеяна». Таким образом, мы переходим к ведам Майи, связанной с эпохой Девы. Я не зря сегодня начала свой рассказ о первопредках. По зерванитской космогонии Творец изначально создал 16 первопредков, первообразов людей. Что значит создал? Это были образы, словно идеи в голове. Вы же знаете, как происходит творческий процесс. Вначале рождается образ, идея в голове или в сердце, а потом он обрастает материя, реализуется. Сварог, батюшка, наш Творец, воплощает идеи рода через любовь, ладу, матушку. Так вот, медведь Велес – это наш прародитель. А Святогор, о котором рассказывает первая былина Веды Майя, это прародитель того самого народа атлантов, о которых сейчас идет столько споров. В Велесе и Перуне мы узнаем самих себя, славян. А если хотите узнать что-то о народе атлантов, которые изначально были нашими братьями, тогда нужно изучать былины о Святогоре. Я думаю, это будет интересно. Итак, начнем. Как в высоких горах в Святогорье подпирает столб небеса, и Перун бьет в небушко молнии и твердеет небесный свод. Как в том святом Святогорье, то не горушка всколыхнулась, то езжал Святогорушка Родович. Конь его выше леса стоячего, задевает шлем тучи ходячие. Вопрошал Святогорушка Макуш: «Ты поведай мне, Макуш-матушка, как узнать свою мне судьбинушку?» Отвечала ему Макуш-матушка: «Ты езжай прямою дорожкою, проезжай вдоль морюшка черного и поскакивай прямо к ростани,
И потом налево сворачивай, и пускай коня во всю прыть, и скачи скорее на север. Там у гор высоких и рийских ты сварога отыщешь в кузнице, там узнаешь свою судьбину. Поскакал Святокорушка к Кирию по дороженьке прямоежей и свернул налево от Ростани, и пустил он вскачь своего коня. Стал тот конь Святогора поскакивать, реки и леса перескакивать, а долинушки промеж ног пускать. Вот доехал он до Ирийских гор, до того ли древа великого и до камешка латырского. Видит он в долинушке кузница, а в той кузнице то не гром гремит, то сварог кует тонкий волос. «Что куешь, кузнец?» — Святогор спросил. «Я кую судьбинушку, ниточку. Тех, кто нитью той будут связаны, узы брачные вскоре свяжут». Святогор спросил: «Где же моя судьба? С кем же мне суждено венчаться?» «А твоя невестушка за морем, на великом Поморском острове, 300 лет лежит и не движется. Бела кожа ее, как елова кора, ну а волосы, что ковыль трава». И решил тогда Святогорушка: «Я отправлюсь в царство Поморское и убью невесту ужасную». Вот приехал он в царство бедное, подъезжал к домишку убогому. Никого в той избушечке не было, лишь лежала там чудо-юдушка. Кожа чудища, как елова кора, ну а волосы, что ковыль трава. «То невеста моя нареченная», — ужаснулся тут Святогорушка. Вынимал тогда он золотой алтын, положил его к изголовью, а потом поднял свой тяжелый меч и ударил им чудо-юдище, и уехал прочь ко святым горам. От удара того Святогоровна пробудилась дева в избушечке. Видит, спало с ней заклятие, и сошло обличье ужасно, и лежит алтын в изголовье. Звали ту девицу Плеяною, и была она дочкой солнца и владычицей океана. Змей морской к ней красной деве сватался, но ему она отказала, и заклял ее черноморский змей. Святогора волшебный меч снял с Плеянушки то заклятие ужасное. Вновь она красавицей стала, ни пером описать, ни вздумать. И на тот алтын Святогорова стала девица торговать. Корабли червленые строила и по всем морям и украинам развозила товары и золото. Богатеть стал остров Поморский. Стали в нем дома белокаменные, крыши на домах золоченые, храмов маковки самоцветные. Не песком дороги усыпаны, мощены драгоценными камнями, сорочинскими сукнами застланы. И по всем морям и украинам разнеслась о Плеяне слава. Стали звать то царство Поморское золотым и алтынским царством, а иные и атлантидским. Вот сбиралась Плеяна на море, ко святым горам, к Цареграду. Корабли она нагружала. Самый первый корабль красным золотом, а второй корабль чистым серебром, ну а третий-то скатным жемчугом. И отправилась она за море. Подплывала она к Цареграду, стала в граде том торговать. Слух пошел о ней по святым горам, и пришел Святогорушка Родович посмотреть на ту раскрасавицу. Полюбилась ему Плеяна, Святогор стал к девушке свататься. Согласилась красавица с радостью, приняла от него золотое кольцо. И сыграли они вскоре свадьбу, и венчались у святой горы. И на ту Святогорову свадьбу собирались гости сватушки. Прилетел сварог со семарглом, хор с зарой зареницей и месяц, макаш с долею и недолею. Говорил Святогорушка макуши: «Я свою судьбу пересилил, не женился я на чудовище, а женился на раскрасавице». Говорил сварогу небесному: «Ах, кузнец наш отец, сквозь золотой нам конец, Святогору с молодой Плеяною, что свою судьбу пересилили». И сказала тогда макаш-матушка: «Ах, молодой Святогорушка Родович, что судьбой положено вправе, изменить, увы, невозможно.
и сказал Сварог Святогору: «Нить судьбы тонка, словно волос, но порвать ее кто ж сумеет?» И пошли Святогор Соплеяную после свадьбы спать почивать, и увидел вдруг Святогорушка на груди Плеяны рубец: «Что за рубчик я вижу на белой груди?» И Плеяна ему ответила: «Приезжал к нам в царство Поморское никому неведомый витязь. Он оставил мне золотой алтын. Я ж тогда спала непребудным сном. Как проснулась, я вижу рубчик, вижу, с тела белого спала кора. Я ж до той поры 300 лет спала, колдованная черноморцем». Понял тут Святогорушка Родович, что уйти нельзя от судьбины. Как в этих высоких святых горах распускался цветочек астры, поднялась звезда Злата Мая, одарила горы святые, и тогда цветок распустился. Расцвела то не просто астра, то родилась Златогорка, дочь Плеяны и Святогора. Так родилась вновь Злата Мая, Златогорушка Златовлаской. Златогорка Мая родилась из луча звезды золотой, из любви Плеяны и Святогора. А затем Святогор со Плеяною 6 прекрасных дочек родили. Породили Алинушку сильную, Мерю мирную и умеренную, Златогласку прекрасно поющую, Светозарую Алатырку и Нинилу звездинку стаей. Породили они 7 дочурок, 7 цветов в саду распустились. И все славят теперь Святогора, и Плеяну, и Златогорку. Всех Плеянушек Святогорок вспоминают и Злату Маю. Итак, богатырь Святогор, великан. Древние греки называли его Атлантом, и призван он был держать небо на своих плечах, образно говоря. В нашей традиции, в мифологии, Святогор должен был охранять древо жизни, столб, что растет во святых горах. Здесь можно сделать вывод, что изначально прародитель атлантов нес очень высокую миссию, которую доверили ему из-за его силы. И помогали ему в этом деле не только его сила, но и волшебный меч-кладенец. То есть изначально Святогор должен был защищать родовое древо, через которое происходит связь мира Яви с миром Прави, с миром Бога, через наших пращуров, как нить преемственности, чтобы она не порвалась, для того, чтобы мы никогда не смогли забыть, кто мы и кто наши создатели, и что мы ведем свой род из мира Прави, от солнца рода. А защищать это древо нужно было потому, что определенные силы хотят усыпить нашу память, сделав из нас рабов. Так вот, именно первопредок атлантов должен был выполнять это дело. Сочетание силы и волшебного оружия должно было обеспечивать поддержку всего творения в мире Яви, соблюдение закона Божьего и защиту потомков богов. Кстати, что же это за волшебный меч-кладенец, которым в те времена владел Святогор? В одном источнике я прочитала такое определение, с которым соглашусь. Этот меч обладает силой убивать саму смерть, то есть рассеивать злые чары, насланные темными колдунами, прогонять низкочастотных сущностей, выражаясь современным языком. Этим мечом можно было сражаться с Кощеем. В общем, побеждать всякую заразу. На клинок меча были нанесены древние знаки руны, определенным образом и в определенном порядке. Сила рун на самом деле очень велика, если уметь их включать и пользоваться этой защищающей все творение энергии. Вот такое оружие было у Святогора для защиты древа жизни и поддержки небес. Но вернемся к былине. Отец Сварог выковывает золотую нить, которая связывает две души в судьбу единую. То есть нашего Творца Сварога можно еще
определять как того, кто покровительствует свадьбам, соединению двух половинок. Итак, Сварог говорит, что никто не может избежать своей судьбы, сплетенной Макушью, особенно относительно вот создания семьи и встречи своей второй половинки. Но Святогору не понравился рассказ Сварога о том, кто станет его женой. В одном варианте я читала, это была женщина-змея, во втором, как вот в этом мифе, чудо-юдо с еловой корой и с ковыль травой вместо волос. Что же делать Святогору? Он едет посмотреть на свою будущую жену. И здесь мы уже сталкиваемся с тем, что Святогор решает перехитрить саму матушку Макош, перехитрить свою судьбу, как он говорит. Как будто ему лучше знать, что для него лучше. И вот Святогор приезжает в захудалое, нищее царство своей невесты, которая спит мертвым сном в виде чудо-юдо, потому что змей заколдовал ее. И тут надо разобраться в этой символике. Заколдованная змеем спящая мертвым сном душа девушки. Я представляю себе эту ситуацию следующим образом. В некой поморской стране на Поморском острове есть правительница, но ее страна живет в нищете, в ее стране упадок, что называется полный экономический кризис. А почему? Потому что правительница Плеяна, заколдованная змеем, совсем потеряла связь с совестью, своим духовным началом и обкрадывает свой народ. Сама богатеет за счет своего народа, однако с людьми как раз ничем и не делится. Но знаете сами, как это бывает. Оттого она и стала похожа на змею, хотя по своей сути, по рождению, была дочерью солнца и царицей океана, то есть существом духовным. Но ведь не зря отец Сварог и матушка Макош завязали судьбу Святогору именно с Плеяной. Они-то знали, кто она на самом деле и как ее можно освободить, и что может это сделать именно Святогор. А самого Святогора проверили, будешь ли ты противиться нашему решению. И Святогор, ничего толком не зная, не понимая, не видя, видя только, что его невеста-змея, стал противиться. Наверное, думал, что он самый хитрый. Но не тут-то было. Творец предвидит все. И волшебный меч Святогора, который как раз и нужен был для того, чтобы снять чары змея с заснувшей души, сделал свое дело. Удар этого меча, поражающего смерть и тьму, пробудил дух Плеяны и убил в ней все смертное. Она вновь стала дочерью солнца, вернула себе свою истинную суть. Она пробудилась и стала заботиться, как настоящий царь, который слуга народа, как известно, о своих людях стала заботиться. Пустив в ход всего лишь один, пусть золотой алтын, оставленный Святогором, она привела страну свою к процветанию. Ну что ж, наверное, если ты хочешь сделать благо для людей, даже вот в материальном плане, в первую очередь, то и один алтын может со временем превратиться в достаток. Вот что значит пробудившийся царь. Хотя в изначальных мифах мы читали, что в самом Ирии Светлом все просто. Там простые храмы, простые дорожки, простые строения. Вот. И сам Сварог, по-моему, Сварог говорил, что... дорожка, усеянная драгоценными камнями, не ведет к праве. Но, тем не менее, царство Плеяны разбогатело. И вот что значит пробудившийся царь. Это такие небольшие размышления, которые дадут свои ростки в будущем, когда мы будем читать остальные мифы про Святогора. Но пока что есть над чем задуматься. Ну, вот что происходило в царстве Плеяны после ее пробуждения. Однако Святогор на тот момент этого не увидел. Он уехал убежденный, что перехитрил свою судьбу, убив чудовище. Да еще когда позже женился на Плеяне, не узнав ее, начал вновь хвастать перед Сварогом и Макушью, что пересилил их волю. Как помнится мне, наш Велес-батюшка хвастал перед Сварогом красотой своей жены и своим материальным богатством в свое время, за что и пришлось проходить уроки. У каждого есть то слабое место, которое нужно сделать сильным.
Но пройдя уроки, чтобы понять, в чем ты пошел за блудом, то есть заблудился. В истории Плеяны же показана разница между правителем, служащим Дыю, а не своему народу, и правителем пробужденным, служащим своему народу и через это Богу. В конце же этой истории хвастовство Святогора наказывается, когда он понял, что его красавица-жена Плеяна – то самое чудовище, которое он убил. Вот так. Бог всегда видит дальше, чем человек. Святогора учили скромности. И в заключении несколько слов о детях, родившихся у Плеяны и Святогора. Здесь говорится о семи дочерях, Плеянах или Плеядах. Я думаю, что раса атлантов пришла именно с этих звезд, из созвездия Плеяд, или по-русски, как их называли, из созвездия стажаров. Этот народ был родственен людям, пришедшим в созвездие Большой Медведицы. Когда-то у нас был общий предок. Вот такое вот интересное начало истории атлантов и Атлантиды, и о тех, кем были их первопредки. После пробуждения Плеяны страна стала достаточно богатой. Атланты, как и их пращур Святогор, были людьми очень высокого роста, обладающие огромной силой и волшебным оружием против темных чар. И поэтому на них было возложено дело поддержки небес, то есть Царствия Божьего в мире яви. Однако это еще не конец истории. Что же происходило дальше, мы будем выяснять в следующих мифах. Благодарю всех за внимание.